В Алматы стартовал недельный онлайн-забег. Несмотря на действующие ограничения из-за пандемии, Алматы-марафон и корпоративный фонд «Смелость быть первым» организовали марафон. Каждый зарегистрированный участник Week 42.2 должен преодолеть дистанцию в 42 километра и 195 метров. При этом пробежать нужное расстояние можно в любом удобном месте. Но необходимо загрузить результаты своих забегов, время и скриншот с трекера на сайт. По окончании марафона организаторы определят 6 победителей. 3 мужчины и 3 женщины получат медали и подарки от спонсоров. Но мы хотели бы нашим участникам, кто пробежит эту дистанцию, вручить финишные медали. Они уже заказаны, и мы обязательно их вручим, когда уже закончится эта неделя, и люди начнут выгружать свои результаты. Для того, чтобы бегать без таких вот массовых стартов, нужна мотивация, нужна такая заряженность на результат своя. Вот, я, конечно, придерживаюсь, соблюдаю все правила. Например, бегаю только вот не более там 3 человек. В основном мы бегаем с мужем или с подругой.